чемпионка мира, единственная в нашей сборной, либеро Светлана Крючкова. Сейчас расскажет нам, за счет чего удалось вот достичь такой красивой, сокрушительной, убедительной, безоговорочной победы над чемпионками Европы и Сербии. Ну, во-первых, это очень хороший разбор. Соперникам очень много потрудились. У нас прошло два очень длинных собрания. Желание бешеное было выиграть, выполнить установку тренера. Мы настроились на них очень серьезно. На самом деле не ожидали такой легкой победы. Мы думали, что будет очень хорошая борьба, очень серьезная. Но, по крайней мере, из того, что мы видели на видео, очень рада, что мы...